крутись. Сшили нашей Леночке вот такое платье по первому марафону. Называется «Складываем ткань 4 слоя». Ни одной выточки здесь нет, ни одной. Сегодня в 10 часов утра она ко мне пришла. И вот сейчас 12:25 на часах. Да, вон, смотрите. Волшебница, волшебство. Это просто из ничего. Вот взяли, разрезали сразу на ткани, и получилась вот такая красота. А еще ткань у нас такая оказалась, вот все наши проблемы рассказываем тоже, она очень тяжелая, это трикотаж такой, да? Очень тяжелая, она вытянулась сантиметров на 10, наверное. И наша талия, конечно, тоже уплыла и села на бедра. И мы отрезали по талии. Вот, Лена, посмотрите, даже не видно ничего. Вот два шовчика, вот вы видите? На место вот. Поставили. Мы талию. Отрезали по талии, сформировали вот здесь за счет припуска кулиску. И у нас есть возможность ставить туда резиночку и чуть-чуть подхватить вот это вот кулисочкой. И так красиво, без резинки. И без резинки красиво. Смотрите, какая Лена довольная и счастливая. Так что приобретайте наш марафон, там не только как раскроить, там еще и как шить, все рассказано. Первый наш марафон, вот Леночка ссылку тут поставит нам. Кто не хочет тратить денежки, хотя это не очень дорого, можете просто в интернете посмотреть. Складываем ткань 4 слоя на моем ютубе. Сюда приезжайте все. А сюда уж само собой, да, набор сейчас на курсы идет, уже очень много людей записалось. Бронируйте себе место. Ну все, выключаю видео. Мы рады. Да, да. Спасибо.